Ура, ребята, мы наконец-то сделали это! Мы совершили супер-мега-заплыв по реке все вместе! Да, вообще, мы плыли на серфинг-доске впятером! Правда, у нас не получилось без приключений! Да, несколько раз мы упали! И искупались, и Аня тоже в воде была! А еще мы потопили дрон! А еще мы видели дома бобров! Ну, короче, там такое было! Главное, что мы после этого остались живы! Это точно! Посмотри наш новый ролик на канале Magic Family, где мы с Аней снимаем! Ссылка вот там внизу. Это был капец. Красивое и жуткое приключение. Ребята и так посмотрят это видео. Они же у нас молодцы, преданные мэджики, а вы лучше бы подписаться попросили, чтобы у нас скорее было 3 миллиона. Давай я смотрю за тобой. Твоя красная кнопочка превращается в серую. Да, Кисалис, даже Чип с тобой согласен. Да, Чип? Аня сказала, что если соберется 100 тысяч лайков, мы разыграем Чипа. И он станет чьим-то мэджик-питомцем. А вот там внизу ребята пишут комментарии. Сейчас я вытащу поздравляшку мне из прошлого ролика. Пишите больше, они появляются в видео. Привет, пушистики, доброе утро, чем вы тут уже заняты? Опять вы взяли Чипа просто так? Я же говорила, лучше снимите с ним какое-нибудь видео. Попробуйте с ним подружиться. Может быть, в другой раз, потому что сегодня... Нам надо отправиться в магазин. В магазин? Зачем? Нам нужно собрать Кису, Алису и Юмичу в школу. И? Нам надо их подготовить, купить все к школе. И на это надо много денег. Гони бабки, Ань. Чего, Миша? Не надо тратить деньги, ребята. У меня две огромных коробки канцелярских принадлежностей. Я сейчас вернусь. И вы будете в шоке, сколько там всего. Ну, посмотрим. Ну что, Ань? А вот что. Как вам такое? Ого! Только все это придется разобрать. А с чего вы вообще опять взяли, старики? Что мы с Юмичу хотим в школу? Мы не хотим никуда. Вот именно, Киса Алиса права. Хотите вы этого или нет, а в школу идти придется. Потому что вы еще мелкие, и вам надо учиться получать образование. Ну что, давайте собирать Кису Алису и Юми в школу. Только теперь нам предстоит это все разобрать и собрать вам портфели. А я хочу просто играть со шнурочком, а не вот это вот все. Хочу, как в детстве, играть, гулять, веселиться и не ходить ни в какую школу и не учиться. Поняли. А давайте соберем Юмичу и Кисе Алисе рюкзачки. А ребята выберут, чей набор для школы им понравился больше. Мне кажется, тут 100 килограмм канцелярии. Я не хочу в школу. Юми, хватит ныть. Би-би-би, вот вечно так. Ребятки, кажется, я нашла первую тетрадку для Юмичу. Смотрите, какие тут разные покемончики. И она желтенькая, как и Юмин любимый персонаж Пикачу, по-моему, подходит. Положим ее сюда. Типа мой портфель будет тут слева, да? Ага. Тогда мой портфель будем собирать тут справа. А вообще, я не хочу в школу! Киса Алис, поддерживаю! Так, хватит бурчать, вы просто неправильно относитесь. Во всем, что тебе не очень нравится, надо находить плюсы. Искать хорошее в плохом, а не наоборот. Смотрите лучше, какую я тетрадочку с кактусиками нашла. Кактусики нарисованы, а цветочки на них, это такие мягкие помпушечки. Она такая радужно-перламутровая, переливается разными цветами. Мне кактусы не подходят, и я не кактус. Ладно, отложим пока что ее в коробку. Ань, слушай, давай все, что мы откладываем в коробку, все, что нам не пригодится, потом будем разыгрывать среди подписчиков. Мэджиков. Или дарить нуждающимся. Помогать. По-моему, отличная идея, пушистики. Ребята, которые сейчас нас смотрят, проголосуйте. А это милый блокнот для эскизов со спящим котиком. Я обожаю ластик, хочу ластик. Но мы еще не выбрали первую тетрадку Кисе Алисе, ладно. Какой ты хочешь ластик, покемон, банан или кактус? Они такие большие и тяжелые. Банан просто огромный. И у него еще смешная мордашка, видимо, японский ластик. Он вытаскивается из своей кожуры, а кактус тоже из горшочка вытаскивается. Тоже очень классный. Что выбираешь для своего набора в школу? Конечно, банан-драбан. Юмичу, ну вот ты как всегда, до сих пор ребенок. Банан желтый и вкусный. У Юми уже два предмета. Юмичу обожает ластики, а я обожаю ручки. А ты что любишь из канцелярии? Больше всего пиши в комментариях. И резинка кактус мне не нужен, у меня любимый цвет сиреневый. Ну, тогда наша коробка для подарков продолжает пополняться. Может, Кисе Алисе сиреневую ручку с котиком? А может, сначала ей тетради выберем? Кстати, смотрите, какой блокнотик с фламинго. Но он никому не подходит. Можно все, что с фламинго, отложить в подарки. Согласна, потому что даже я уже этим пользоваться не могу, ведь у меня еще есть две коробки. Вот именно, зачем вещам лежать просто так? Вещи должны людям служить, а не пылиться. О, Киса Алиса высказала мудрую мысль. Итак, я собрала все тетрадки и блокноты с фламинго. Я вообще-то всегда мудрые мысли высказываю. Ань, ну давай мы все-таки их посмотрим же. Покажем ребятам, что есть. А сейчас будет мудрая мысль от Киса Алисы номер 2. Не хочу учиться, хочу веселиться. Не слушайте ее. Да уж, Киса Алиса очень мудрая мысль. Будешь глупой кошкой, ничего не добьешься. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Она
она даже не сможет сосчитать, сколько тут тетрадок. А вот это правда, потому что даже если в школе и скучно, то она учит нас основным вещам для жизни. Вот сколько много тут красивых блокнотиков с разными расцветками в фламинго-стиле. Какой из них вам больше понравился? Мне все нравятся, они такие нежные, жалко, что я в школе не учусь. Интересно, у кого набор для школы получится круче, у Кисы Алисы или у Юмичу? А тут еще есть просто тетрадки, вон, видишь? Так, ну-ка, покемон, давай покажем ребятам, что у нас есть за тетрадочки с фламинго. Ностальгия. Welcome to the jungle. Вот вы не сможете перевести с английского, что это значит. Или вот эту надпись We live in a beautiful world. А я знаю, что эти надписи значат. Эйвен, понятное дело, ты даже за границей жил, конечно, ты английский знаешь. А вот девчонки не будут знать английский, если в школу не будут ходить и путешествовать не смогут. А, салатовая. Салатовый мой любимый цвет. Да, красивые тетрадочки. А мой любимый розовый. Ага, тут аж 4 скетчбука одинаковых розовых с фламинго. А может быть, все-таки из фламинго покемоши вот этот вот желтенький блокнотик для эскизов оставить? Нет, в мой портфель надо что-нибудь в другом стиле. А мне до сих пор ничего не выбрали, я хочу ручку. Все, успеем, Киса Алиса, у нас целый день впереди. Смотрите, какие мини-блокнотики. Этот такой экологичный, шершавенький, бежевый. В них можно какие-нибудь секретики записывать? Да, я вот всегда думала, что записывать в такие миниатюрные тетрадочки. Телефоны и адреса, что ли? Ань, уже не те времена, все это хранится в телефоне. Ты что, вообще из древности? Да нет же, в мои времена тоже никто такого не делал. Но просто сейчас так много вот этих мини-блокнотиков самых разных. Так и хочется все купить, и не знаешь, как их использовать. А может, ребята в комментах напишут, что они записывают в такие маленькие, малюсенькие мини-блокнотики? Можно туда, наверное, планы на день писать. Как вам такая мысль? Планы на день можно и большие блокноты писать. Это намного удобнее. Смотри, какой красивый набор я нашла. Хочу в ручках ковыряться. Давайте скорее, а то Алиса обижается. А это и правда выглядит как наборчик. Правда, тут часть тетрадочек в пленку упакована, и я даже их открыть не могу. Точнее, блокнотиков. Оно вроде как с фламинго, но не яркое. Такое свежее, легкое, простое. Минималистичное. Я бы с таким комплектом в школу пошла. Минималистичное. Вот, Юмичу, ты самых простых слов не знаешь. А еще в школу идти не хочешь. Ох, ребят, у вас просто неправильный подход, как у большинства родителей. В смысле у нас неправильный подход? Ты чё? А вот правда, правда, вы вот вечно только нудите, вот вечно нудите. Ребят нужно не заставлять идти в школу, да, Киса Алиса? А вызывать интерес и объяснять, почему это прикольно, а не говорить, что ты дворником вырастешь, да? Типа в школе можно друзей найти, да? Ну, это тоже неплохой вариант, но не у всех в школе есть друзья. Смотрите, сколько одинаковых блокнотиков с тонкой обложкой. Hello, summer. Вот у меня, например, тоже в школе не было друзей. Вообще, школа для меня была сложным периодом. Мне тоже было скучно. А вот еще 2 квадратных скетчпада черно-розовых, очень классные. Стильненько. Софи, зачем ты грызешь ластик? А что, нельзя было, да? Зачем ты сгрызла мороженку? Она же не настоящая. Ань, можно мороженку ластик мне? Она желтая, ня. Ты тоже ее хочешь грызть, Юми? А что, нельзя, да? Не надо грызть резинки, это вредно. У Юми уже 3 предмета, а у Киса Алисы ни одного. Киса Алиса, ты уверена, что тебе ничего из фламинго не подойдет? Смотри, какие классные блокнотики в твердых обложках, в клеточку, еще и с такими резиночками. Ой, не розовые, хочу в школу. Обратно, чтобы учиться. Не грусти, Софи, не расстраивайся. Ладно, просто вся эта канцелярия такая милая. Да, вот как раз фламинго тебе бы, Софи, точно подходило. Смотрите, какие еще классные блокнотики я нашла. Интересно, а фламинго бывают не розовые, а голубые, зеленые или коричневые? Вот если бы вы ходили в школу, учились хорошо и изучали биологию, то вы бы поняли, что фламинго бывают только розовые. А почему это они розовые, а не зеленые, как попугаи, например? А вот это очень интересный вопрос, Юмичу. И знаешь, я не буду раскрывать тебе секрет. Это будет твое небольшое домашнее задание. Найди эту информацию и узнай, почему так. Жалко, что в наши времена не было столько канцелярий, когда мы учились в школе с Эйвоном. Ну, в ваши времена была другая канцелярия, но ты права, Софиша. Сейчас выбор намного больше. Каких только блокнотиков нет, вот даже у меня. Раньше намного скучнее было собираться в школу. Не было такого большого выбора, а сейчас все такое яркое и такое прикольное. Я даже немного завидую. Ань, ты еще 3 блокнотика пропустила. Я их не пропустила, Мишанька, мы просто до них не дошли. Это вот такой вот квадратный прикольный блокнот с твердой обложкой. Это скетчбук, в нем рисовать надо. А, ну да, у них же чистые странички. Вот этот вот с мягкой обложечкой скетчбук, а вот этот вот очень красивый. А я хочу ручку. Кстати,
Кстати, о ручках. Сейчас, Киса Лис. Тут есть два таких наборчика очень классных. Вот такой вот блокнотик розовый для рисования в толстой обложечке с закладкой. И тут есть ручечка. Hey, ho, let's go, с арбузиком. Я хочу сиреневенькую ручку. Ну, значит, и этот наборчик для Кисы Алисы не подходит. Это прям целый подарок, я считаю. Блокнот и ручечка с фламинго в такой вот классной коробочке. Best wishes for you. Да, классный набор для любителей канцелярии. Ну что, наша подарочная коробка заполнилась уже практически наполовину. Апчи, а мы до сих пор не собрали девчонкам апчи. Портфели. Ну давайте уже Кисе Алисе ручку выберем. Мне кажется, вот это классная. Сиреневенькая ручка с иероглифами и вот такой вот кисявочкой. По-моему, прям идеально для киски. Покажи-ка. Ну что, ты довольна? Клади ее в мой набор. Начало положено. Юмичу, а как тебе вот такая ручка, черная лапка? Лапка покемона? Подойдет. Ну, если хочешь, можешь считать ее лапкой покемона. Стоп, где опять кусок мороженки? Я не знаю, но я нашла себе еще одну ручку. Ну-ка, покажи, это что, Пикачу? А, нет, это какой-то желтый монстрик с черными рожками. Но эта ручка, правда, подходит для твоего школьного набора. Интересно, что это за монстрик? А я нашла тетрадку для Кисы Алисы. Сиреневая, не только с единорожками, пончиками, радужками, мороженками, но еще и с котиками. Она такая тяжелая, такая плотненькая, переливается, блестящая. И обложка у нее как бы такая мягонькая. А закладочка это вообще прям шикарно. Мороженка. Очень крутая тетрадка. Что думаешь насчет такого варианта, Киса Алиса? Я думаю, что мой набор школьный будет круче тему покемона. Но у Юмичу две ручки уже, а у меня только одна. Спокойно, кота-монстрик, сейчас найдем тебе что-нибудь. Как насчет веселого сиреневого котика и красивой блестящей сиреневой ручечки, а? А чтобы сравнять счет, ей нужен еще и ластик. Может быть, сиреневый единорог, раз у нее тетрадка с единорогами и цвет этот ей подходит? У него рог сломан. Ну, извините. И у Юми два ластика. Может, те книжки? Книжки? А, вот этот вот набор ластиков? Прикольно. Давайте разглядим их поближе. Back to school собачка сбоку. Топ-модел написано. И тут как бы такой наборчик из книжек и карандашиков. Три карандашика. Аня, рука, жоп. Опять все роняешь. Ой, ну ладно вам. И четыре вот таких вот книжечки. Математика, музыка, спорт и инглиш. Одна сиреневенькая, другая синенькая, оранжевенькая и розовенькая с разными собачками. Может быть, кисявке нужно выбрать только фиолетовые предметы? Нет, я хочу весь набор этих ластиков. Ладно, киса Алиса, тем более они тебе подходят. По-моему, у тебя классный комплект получается. Я же говорю, я побежду. Вот, видите, что значит в школу не ходить? Не побежду, а побежу. А почему нельзя говорить побежду? И вообще я побежду. У меня тоже неплохой набор. Кажется, я нашла кисе Алисе еще две шикарных ручечки. Вау, Миша, ручечки и правда шикарные, уникальные. Такой вот классный зайчик перламутровый, переливающийся. И единорожек стеклянный. Ох, нечестно, тогда Юми тоже нужна еще ручка. Так как Юмин любимый цвет желтый. И наш покемончик любит все предметы, которые выглядят как еда. Ручка, ананасик, по-моему, это прикольная тема. По-моему, вам больше нравится собирать нашу школу, чем она. Ой, еще ручка попкорн. А, ну да, у покемона же еще и белый, красный и черный цвета. Так что попкорн тоже классная идея. Я лично болею за покемона. А я за кису Алису. А я ни за кого не болею, это нечестно. Интересно, а ребята за кого проголосуют, когда полностью увидят школьные наборы девчонок? Единорог съел мою домашку. Как вам такая тетрадка для Алисы? А я хочу вот эту желтую с котярой. Покемон, ну почему ты все время так странно разговариваешь? Котяра, это милый рыжий котик. А скетчбук действительно классный. По-моему, подходит в твой набор. А мне еще вон ту сиреневую тетрадку. Ваши школьные наборы прямо растут на глазах. Мы достанемся искать в этой куче. Юмичу, что за слово «достанемся»? Ань, а может и правда надо изменить подход? Надо собрать все блокноты и тетради, показать ребятам и выбрать подходящие для Юми и Алисы. Отличная идея, ребят, вы правы. А я все равно знаю, что мой набор будет круче. Можно мне в школу взять этот шнурочек? Я его там буду жевать, когда мне будет скучно. Фух, у меня аж спина устала собирать эти стопки. Оказывается, мы пропустили канцелярию с фламинго. Из-за того, что все в такой куче мале валялось, я нашла еще два черно-розовых блокнотика. Вот такие вот блокнотики, вот такие и вот такие маленькие. А у этого еще есть кнопочка, даже такая обложечка. Ну что, погнали разбирать тетрадки. А потом займемся ручками, стерками и другими аксессуарами. Обожаю вот эти тетради с блестками. Это не блестки, Ань, а пайетки. Просто обожаю, как они переливаются. Ладно.
Голубой мой любимый цвет, я бы с этим в школу пошел. Думаешь? А мне кажется... Ой, кажется, меня тут видно. Мне кажется, эта тетрадочка, ну, как-то не в мальчишеском стиле. Аня, что за стереотипы? Ладно, простите, согласна. А вот это вот какая прикольная обложка. У нее внутри вода или гель. Короче, там внутри блестки и плавают. Ух ты! Давайте скорее, я хочу ручки выбирать. Киса Алиса, куда тебе столько ручек? А я вот обожаю стирашки, даже если они мне не нужны. Хотя я понимаю ваши отношения. О, Any Magic написано. Эту, видимо, тетрадочку когда-то мне подарили. Кто знает, как зовут поняшку? Очень сложно удержаться, когда такой выбор. Да, и если ты в магазине, хочется купить все и вся. Кучу ластиков, даже если тебе не нужны, кучу ручек. А вы, ребят, согласны? Напишите в комментариях, как вы чувствуете себя в магазине. Тоже хотите все купить? Вот этот блокнот, кстати, очень классный. Он не для школы, а тут всякие штуки можно свои записывать. А я вот ненавижу ходить по магазинам. Я тоже не люблю. А я, наоборот, шопоголик. Эх, я шопоголик, и Леван вечно меня за это ругает. А как насчет вот такой вот сиреневенькой тетрадки с ламами? Любите лам? Может, Кися Алисе лучше тетрадочки с котиками, вот такие вот, а? Или с вот этими страшными птицами длинноносыми. Это тоже фламинго? Вот, видите, Миша в школе не училась и не знает, что это за птица. А я знаю, это тукан. Может быть, нам Мишку тоже в школу отправить? У нас на всех канцелярии хватит. Смотрите, какие очень классные блокнотики с единорогами. О, я люблю этого жирного кота. А, это же котик из стикеров. Пушин, это его так зовут? Опять единорожки. Эта тетрадка как раз для какого-нибудь русского языка. А вот это вот какая нарядная, с узорами, ого. Смотрите, какой котеночек, а щеночек. Кого больше любите, кошек или собак? Дурацкий вопрос. Ладно, согласна. Ну, хотя, почему? Вот альбом для рисования с собачкой, а вот с котеночком. Кто-то же не любит собак, а кто-то не любит кошек. О, я знаю этого котика слева. Это какие-то мягкие игрушки, да? Они даже как-то называются. А, опять этот блокнотик с пайетками. Точно, ими можно в школе антистресситься, да? О, точно такой же, только сиреневый. Может быть, положим в набор Киски Алиски один такой, пожалуйста? Буду стресс школьный снимать. Ой, да ладно вам, ну чё вы? Прям уж так много стресса в школе. Вот такие вот тетрадочки нам точно не подходят ни по цветам, ни по рисункам. О, это что за животное? I can get over if I just boops. Что это значит? Даже я не совсем поняла текст. Еще одни пайеточки, только черно-красные. Мрачноватый вид, да? А вот этот мне очень нравится. Голубенький с розовым. Софи, опять ты что-то там грызешь. На что такое? Теперь ты сгрызла ластик макарону желтого цвета. Это должен был быть мой ластик. Не расстраивайся, покемон. Давай за это выберем тебе какую-нибудь классную тетрадку. Может быть, вот такую с пингвинчиком? Не надо. Ну не грусти, покемоша. Как насчет вот такой с котиком? Не хочу. А вот этот вот котик с сосисками? Нет, не хочу. А это вообще даже не тетрадка, это альбом какой-то, что ли? А нет, тетрадка. Хм, интересная. О, я вот это хочу. Так, что это тут? Котик в лимончике. Желтенькие лимончики кругом. Скоро у нас будет 3 лимончика. И на Magic Family тоже, да? Ну, я на это очень надеюсь. А у тебя, по-моему, классный наборчик Юми получается. Я решила загладить свою вину перед покемоном за сгрызанную желтую макаронину. И поэтому дарю ей кучу желтых ластиков в виде еды взамен. А вот это очень хороший поступок, Софиша. Тут и пончики, и бургеры, и печенюшки, и даже ананасик. За всю жизнь столько ластиков не сотрешь, Юми. А вот и сотрешь. Ой, а может, Алиске, вот эти вот ластики, они такие прикольные. Не буду раскрывать коробку. О, они такие тяжелые, их тут 4 штуки. Они ароматизированные, видимо, пахнут клубникой и арбузом. Они сделаны в виде баночек из-под йогурта, мне кажется. Мне молочные коктейли не подходят, складывай в подарки. А они были классные. Ну, Софиш, они же не сиреневые. Так, продолжаем разгребать тетрадочки. Тут у нас самые разные блокнотики, тетради. Опять я отразилась. Вот такая же розоватая, как была голубая, блестящая до этого. А вот такая вот классная тетрадь на пружине с кактусами. О, а как насчет этой? No one shines brighter than me. Переводится как? Такой же злой толстый котяра, как Киса Алиса. Переводится как никто не светит ярче, чем я. А, и поэтому она типа ворует месяц, да? И тетрадочка сиреневая. Нет, ну это 100% про Кису Алису. Еще одна тетрадь в ее школьный набор. О, а мы, кажется, с вами опять блокнотик с фламинго пропустили. А вот этот вот кот, котики правят миром, блокнот для кота дел. Еще и странички у него разноцветные. Ох, кому-то
просто повезет. В смысле, Софиш, ты о чем? Я о том, что прикольно, что мы будем разыгрывать эту канцелярию и дарить ее кому-нибудь. Да, потому что вся она очень классная, и ее очень много. Космос между нами, а это про нас всех мэджиков, да? Потому что между всеми нами с вами космос, мэджики сила. Stay colorful, babe! Как вам вот такой блокнотик? Или вот такой с пёсилем? О, кажется, я нашла тетрадку для Юмичу. Да уж, мне мало чего подходит из этого, поэтому пусть будет такая. Да ты чё, покемон, не расстраивайся, очень классный у тебя набор. И тоже четвертая тетрадка, как у Кисы, Алисы. И прекрасно вписывается в твой стиль. Когда в ручках будем ковыряться? Мы еще с тетрадями не закончили, Киса, Алис, погоди немного. О, а это что, разве это тетрадка? Смотрите, как она открывается сверху, а оказывается сбоку. Тут в кармашке стикеры самые разные, очень классные, блестящие. Это типа личный дневник. Ага, тут еще вот такие вот стикеры, которые клеятся, как напоминалки. Тут написано to-do list, что поделать, и календарик вот такой вот. Очень прикольная штучка, леопардовая. Ань, а ты когда-нибудь вела личный дневник? Когда-то очень давно, когда я была маленькая, я каждый раз заводила личный дневник и каждый раз его бросала. И каждый раз мой дневник начинался фразы «Дорогой дневник!». И в итоге я ни один дневник, который заводила, не дописала до конца. То есть я писала пару дней, а потом бросала. Не знаю, как у других, и не знаю таких людей, кто может писать личный дневник очень долго и не забрасывать. О, я бы ни за что не смогла. Панда была классная. Обожаю панд. Может быть, ты, Софиша, обожаешь панд, потому что ты сама на панду дочку немножко похожа. Интересно, среди наших зрителей есть ребята, которые ввели дневник и реально заканчивали целую тетрадку, а потом еще могли начать новую и продолжить писать свой дневник? Если да, то вы герои. О, это прям про Кису Алису, скромный блокнот для нескромного тебя. И опять мы фламинго пропустили, да что же такое, а? О, это тоже про Кису Алису, гадил в тапке. Эй, София, не перебарщивай, Киса Алиса никогда в тапке не гадила. А из вас кто-нибудь, пёсики, вёл личный дневник? Или ты, Киса Алис, ты когда-нибудь вела личный дневник? Не вела. А я знаю почему. Почему? Потому что она писать не умеет. Да ладно, серьезно? Киса Алиса. Отстаньте! Вот-вот, я же говорю, она не умеет писать. Юмичу у нас тоже пишет какими-то каракулями. В основном каля-маля рисует какие-то. Смотрите, наша подарочная коробка заполнилась до краев. Придется перейти к следующей. Ага, потому что нужно еще кучу блокнотов разобрать. У меня уже язык заплетается. Сегодня мы проделали просто огромную работу, ребята. Но у Юми и Софи до сих пор не закончены наборы. Ладно, спокойно, еще чуть-чуть осталось. Давайте по Бырику разберем блокноты и выберем заодно Кисе Алисе по блокнотику в их портфельчике. У меня аж три блокнотика, все будет мурмур с киской с рыбьим хвостиком. Так, вот такие вот есть блокнотики, мечта и пироженки. О, блокнот с единорогом. Может, что-то такое, Кисе Алисе? Или вот этот вот? Обожаю вообще японский стиль блокнотов. Они такие все милые, няшные. Этот с медведиком, а вот еще есть такой же с котиком. Котик с фламинго причем. Интересно. Тут еще целая-целая стопка. Ань, давай скорей. Я пытаюсь, но хочется же все ребятам показать. Вот такой вот с листиками и вот такой яркий блокнот с пластиковой обложкой. А еще вот такой есть квадратный, в мягкой обложечке. Мы, кстати, разделили блокнотики с мягкими обложками. Опять Simon Cat. И, о, Алиса в стране чудес. Интересно, кто-нибудь из наших ребят читал книжку «Алиса в стране чудес»? Знаете, кто ее написал, а? Я знаю. И я. А я нет. И я не знаю. Я тем более. Написал ее Кэрол. Будете учиться в школе, будете знать. Это, кстати, очень полезно. И вообще читать книги очень интересно. Если книги, конечно, интересные. Может быть, Кисе Алисе что-то вот такое вот маленькое сиреневое? Или вот такой вот блокнотик с мышкой? Или нет, вот сиреневый блокнот с кота-кактусами. Нет, не подходит, Ань. А вот этот яркий с пластиковой обложкой? Мне нравится, но жалко, что он не желтый. Хочу в школу, хочу собирать канцелярские принадлежности для учебы. София, ну твое время прошло, ты уже отучилась, хватит ныть. Я тебя понимаю, Софи, когда столько разной канцелярии кругом. А я вот не хочу в школу, и Киса Алиса не хочет. Киса Алиса не дождалась, когда мы начнем разбираться с ручками, она уже там захрапела. А это блокнотик с раскраской, тоже интересная антистресс штука. Серебряный переливающийся блокнотик. А вот этот какой красивый квадратненький в мягкой обложке девочка с котиком. Ну, кот и 99 сосисок. Тут внутри разные приколюхи. Да что вы знаете про покерфейс? Типа все эмоции с одним лицом выражаются. Ну, очень длинный котик. Короче, это блокнот, внутри которого всякие приколюшки с котами. В любой непонятной ситуации танцуй. И я с ним согласна. Я бы такой блокнотик в школу взял. Я бы тоже. Ох, как же нам найти подходящие блокнотики для школьных наборов Кисы Алисы и Юмичу? Вот это очень
очень классный, но он не подходит, поэтому идет в подарки. Тут, кстати, ручка куда-то пропала. Вот этот вот сиреневый, он, в принципе, Кисе Алисе подходит. Тут такой типа лес, мне кажется, симпатично, можно ей предложить выбрать. Тут есть еще вот такой вот голубой блокнотик со стразами. Очень необычный вариант декора. Это, кстати, остались у нас именно мини-блокнотики. Believe in Magic, мы такой же видели скетчбук и тетрадку. Опять фламинго, который мы пропустили, как же так, не понимаю. Может быть, Юмичу, тебе вот такой вот блокнотик с шариками цветными? Мне не нравится. Книга для записей с кошачьими лапками, очень миленько. Ничего вам не подходит, да вам просто не угодишь. Смотрите, какая милота, кролики сидят в чашечке, и туда лесенка ведет. Блокнотик в клеточку, очень милый, в твердой обложке. Вот еще один блокнот в твердой обложке с двумя крольчатами. Я обожаю кроликов, я даже когда-то хотела завести кролика. Может, еще когда-нибудь и заведу. И опять квадратный скетчбук с котиком, вот таким вот милым, разноглазым. Ань, ты все перепутала, это были не мини-блокнотики, вот мини-блокнотики. Упс, правда, точно. Представляете, вот этот вот с пайетками только в мини-варианте, еще и радужный, это так классно. А вот это вот sticky notes с медвежатками, тут разные стикеры, это даже не блокнот, очень тоже прикольно. Мне кажется, такая вещь может пригодиться любому школьнику. I need swimming, толстенький медведь, который говорит, мне нужно поплавать. А вот опять японские блокнотики с котиками, какая милота, обожаю Японию, вообще обожаю все японское, а может быть корейское, а может быть просто азиатское. В общем, еще такой белый блокнотик миниатюрный с котейками. У меня иногда ощущение, что они не закончатся. Фух, ну, по-моему, закончатся. Вот розовый с ламой, а вот фиолетовый блокнот с ламой. И последний блокнотик, это вот такая вот странная деревянная книжечка с... А, это не блокнотик, это цветные стикеры. Я беру маленький с ламой в свой набор. А я тогда возьму вот этот вот радужный с пайетками, а то у меня ни одного с пайетками нет. Пусть будет радужный, радуга, это прикольно. Ну и правда, покемоны же все разноцветные, так что многоцветие Юмичу тоже подходит. А еще я нашла вот такие два блокнотика в виде печенек. Это типа Орео, наверное. Вот это вот целая печенька, а вот это как будто откусанная. И пахнет шоколадом, чувствуете? Ого, правда пахнет? Алис, это не ты ли надкусила этот блокнотик, а? Фу, ненавижу запах шоколада, фу. А я люблю, но собакам нельзя. Шоколад, жалко, что она несъедобная. Это точно, Миша что-нибудь любит сожрать. Ну что, давай разбираться с ручками, у нас их тут капец как много. И карандашиками. Да, Юми и Кисе Алисе осталось выбрать еще карандашики, вы правы. Но надо все-таки подарочные ручки наши показать. Фламинго, их очень много. Вот таких вот фламинго, как в этой упаковке, белые и розовые, такие цельные ручки. Знаете, сколько у нас их? Да, я догадаю. Давай. Много, очень. Миш, я думала, ты скажешь цифру. Я же тоже считать еще толком не научилась. Интересно, а ребята смогут почитать, сколько у меня таких фламинго-ручек в руке? Мне нравится, что они все очень приятные на ощупь, как бы силиконовые. А вот эти вот две упаковочки подарочных, они пластмассовые ручечки и немножко другой формы. Совсем другой формы. А вот здесь фламинго в упаковке, таких у тебя тоже ручек много, где фламинго сверху нацеплен. Да, я уже прочитала, это называется ручка стопером. У меня есть синенькая, голубенькая, фиолетовенькая, все остальные в основном розовые. Их тоже очень много. Не знаю вообще, реально ли сосчитать, сколько их тут. Причем они все немного друг от друга отличаются. Сами фламинго, которые сверху нацеплены. И это еще не все ручки с фламинго. Вот это вот прикольное, покажи. А, да, это фиолетовенькая ручка с фламинго, у которой меняются цвета. То есть разные цвета можно нажимать. Может, Кисе Алисе ее? Кисе Алиса, хочешь такую ручку? Нет. Какие же вы придирчивые, это вам не нравится, то не нравится, вот есть фламинго с пушочком, а есть вот такая вот ручка. Как вы думаете, что в ней необычного? Что вот это красное? Колпачок что? Не просто колпачок. Ого, не просто колпачок. Это свисток, зачем свисток на ручке? Какой странный звук. Может, чтобы напоминать учителю, что уже конец урока? Вообще-то, покемон, учитель сам знает, когда конец урока. Ладно, настало время выбрать Юмичу и Кисе Алисе в их школьные наборы карандашики. Смотрите, сколько у меня карандашей с фламинго. Но есть еще и другие карандашики, из которых как раз мы и будем выбирать. Интересно, кто-нибудь успел посчитать, сколько там карандашей? Кисе Алисе нужно что-то сиреневенькое. А мне что-нибудь яркое. С сиреневеньким-то у нас легко. Предлагаю вот такой полосатый карандашик, а Юмичу карандаш с эмодзи. Юми, что это у тебя во рту? Это тоже карандаш. А, это эти карандаши, которые мягкие такие. Да-да-да, я знаю. Не понимаю, как ими можно пользоваться? Это же неудобно. Одного карандаша в школу мало. Давай еще вот этот вот возьмем под радужный ее блокнотик. Цветной. О, а вот это розовый бархатный карандаш. Класс, он такой приятный на ощупь. Но нам не подходит. Я тоже хочу два карандаша. Кар-кар, вот ты слетела с кровати. У тебя будет два карандаша, Кисе Алиса. Как ты и хотела. И у Юмичу два карандашика. Но осталось еще кое-что. Ань, тут
выбирать другие аксессуары, покажи, пожалуйста, еще остальные ручки, а? Я боюсь, все показать будет нереально. Ну ладно, давайте покажем хотя бы несколько. Вот, например, у нас есть целых 6 ручек с разными единорогами. И розовые, и белые, и голубые, и сиреневые, и вообще... Леденец! Почему-то безвкусный. Юми, потому что это не леденец. Это самая настоящая ручка, но выглядит она реально как леденец. Очень похоже. Даже я бы перепутала и попробовала бы полизать. Да, безвкусно. А мне вот эти очень нравятся, потому что они про еду. Ну-ка, дай посмотрю. Миша, как всегда, лишь бы пожрать. Да, Мишанька у нас любит покушать, а наборчик из этих трех ручек действительно прикольный, со сладостями. Няш. А ты, Софи, там что жуешь? А ну-ка, отдай. Вот вечно вы в рот все суете. Особенно Софи, лишь бы что-нибудь погрызть. Это ручка со сквиши. Кстати, прикольная идея, мне нравится. Ручка сразу с антистрессом сверху. Котик, Мумитролль. Вы когда-нибудь смотрели мультик про Мумитроллей? Он очень старый и, мне кажется, очень классный. Мне кажется, из наших подписчиков никто не знает о Мумитроллей. Даже я не знаю, кто это. Миш, ну тебе точно надо посмотреть очень старые прикольные мультики. Пусть они и старые, но зато они очень милые. Ручка косточка, ручка с пандой, кстати, классная, она в виде веточки сделана. Ручка с котиком голубеньким, вот такая вот сужающаяся к концу. Яркая ручка, такая практически неоновая, с собачкой. По-моему, это корги, да? Покажи, покажи со свиньей. Ой, Юмичу, лишь бы про свиней поговорить. Ну, Софиш, хорошо, что не про сопельки, пуки, какашки и так далее. Это любимая Юмина тема. В общем, очень классные всякие прикольные ручечки с мороженкой, лапка такая. И мне нравится вот эта вот ручка с зайкой в виде морковки. А вот это самая крутая ручка. Почему, покемон? Потому что она магическая. В смысле? Ну, она волшебная, невидимые чернила с фонариком, понимаешь? Ну, вот попробуй в блокноте ей что-нибудь написать. О, это же абсолютно неудобно писать что-то ей в блокноте, потому что я ничего не вижу. Зато можно всякие секретики писать. Или учителей смешных рисовать, а они не узнают. Юмичу, перестань. А теперь посвети фонариком. Ну-ка, ну-ка, сейчас проверим. Включу ультрафиолетовый фонарик и что? Люблю мэджиков. Вот такой вот я секретик написала. Подпишись и сердечко. Класс! А я тебе говорила, что прикольно, а теперь давай еще мне ластиков наберем в мой набор, ну пожалуйста. Юмичу, да куда тебе столько ластиков? Что ты стирать ими собралась? Упс, я Макдак разнесла. Ладно, 2 стаканчика с кока-колой, картошка фри, мороженка, 2 хот-дога, сковородка с какой-то едой и все это в твоем цвете, окей. А для школьного набора Киса Алисы ластики? Вот такие котики, они черно-белые, я так понимаю, не подходят, зато есть 2 вот такие сиреневые собачки. Из сиреневого есть еще совенок. О, смотри, Эйвен, мороженка хочешь? Я что, дурак, все подряд в рот совать? Вот и молодец, в отличие от покемона и Софи. На тебе еще 2 пиццы в твою желтую коллекцию. Вот такой вот ластик морковочка есть у нас, клубничка длинная, стирашка. Что бы такого здесь Кисе Алисе нам с вами подобрать? Может, бутылочку молока? О, кажется, я нашла котика. Как вам такой странный котейка? Глаза у него сиреневые, так что подходит, мне кажется, нет? Да-да-да, положи ей на лапу, а когда она проснется, она уронит и подпрыгнет. Сейчас посмотрим. Че? Нет, Киса Алиса не испугалась, Юмичу, твой пранк не сработал. Ну и последнее дополнение в рюкзачки. Киске Алиске в рюкзачок пойдут вот такие вот стикеры, Magic, сиреневые, единороги. Она выбрала вот такую вот точилку в виде лампочки, вот такие вот, вот такие скрепки с пончиками и вот такой вот магнитик персик, как закладка. А за хорошую учебу она получит медаль. Хочешь золотую медальку, Киса Алиса? Хочу, не отдам. А для этого надо хорошо закончить год. Ну а Юмичу в свой портфель зачем-то выбрала степлер вот такой зеленый. Поверь, пригодится. Желтый магнитик с собачкой, значок смайлик и стикеры Сенни Мэджик, которые нам сделал Мэджик. В смысле, стикеры со мной. Все получится, йоу, мы мэджики. А если Юми хорошо закончит год, она получит золотую утку. Юми же любит уток. Крутяк! Ну что, ребят, а теперь оценивайте, чей набор вам нравится больше для школы. Киси на лисин сиреневый или Юмичу покемоновский желтый. Голосуйте там внизу в комментариях. А теперь идите смотрите новое видео на Magic Family, где мы все вместе отправились в большое плавание по реке. Да, видео классное, ситуация страшная. Не хочу в школу. Я тоже покемон, поверь.